Всем привет! Я приехала в Ашан. Сегодня 1 марта. Посмотрим. Так, что у нас есть? Молоко. 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 За 75 есть. За 69 есть. 69 кефир. 98. Как он был 100 рублей в горке, так он 100 рублей и продается. И по скидке. Аквакультура. Молочная культура. Кефир. Здесь пол-литра. Сейчас 12 дня, и как бы и все это есть по скидкам. И молоко вот есть по скидке. Ну и в принципе молоко осталось в той же самой ценовой категории. 83, 90, ну в среднем от 80 до 100 рублей. Есть вареная сгущенка, тут кореновка есть. Как у нас тут еще есть сметана. 97 стоило 64. Сметана президент 92 стоило, стоит 70. Это 30%. Творог по скидке. Там по скидке. Сыр. На импорте сразу цена выросла. Но даже есть какой-то вот и по 6. По 6. Но на сыр сразу цены изменили. За 600 рублей. За такую цену? За 5000 я в Ашане еще не видела. Это первый раз. Я такую цену не видела. Честно скажу. Бренд за президент. Маскарпоны есть. Ну, всякие мягкие сыры. Картошка у нас в России 70, ну 80 рублей. Египетская картошка даже упала. Она была 100 рублей на прошлой неделе, я покупала. Сегодня она 80. Так, что у нас тут еще? Лук красный 39. Лук обычный 22. Лук обычный 29. Свекла 33. Банан 77. Но они всегда так гуляют от 80 до 67. Капуста у нас 64. Подорожала. Я ее брала 32, наверное. Кабачки 300. Они, в принципе, так и стоят. Перец красный. Как стол, так и стоит. Ну, зелень. Она так осталась в цене. Ну, в принципе, она у нас в России выпускает. Имбирь. 150 рублей. Он уже так стоит. Месяцев несколько. Что тут у нас есть? Крестьянская особая. Спред. За 24 рубля. Ну, это типа маргариночка. Масло. Масло осталось в той же самой ценовой политике. Оно, в принципе, после Нового года уже так стоит. Ничего нового я тут не увидела. По цене. Помидоры в упаковках. Ну, это все наше. Манго 229 рублей. Вот такой большой манго. На ладони не помещается. Достаточно большой манго. Магазины Турция 99, 109. А как было 129 по скидке. Вот этот аромат. А дом. 129 16. Есть карта шанса? Ну, вообще, я была 120. 119. 119. Единственное, полки с тушенкой. Странно, здесь даже никогда не брали тушенку. А все осталось пусто. Готовую еду не взяли, а тушенку все разобрали. В этом магазине я первый раз такой вижу. Никогда не брали тушенку. И вот по рыбам, если брать, но только рыба каждый день. Видимо, и рыбу выбрали всю. Ну, еще консервы рыбные есть.
А вот тушенки нет. Ну и ладно. Зато он ветчина есть. Сахар 53. Соль как была, так и стоит. Муку тоже вынесли. Ну, в принципе, она вот белонежная, 114, как была, так и есть. Но все равно есть. Полки не такие уж и пустые. Так, все есть. Лимонная кислота была 118, стала 240. Чай как был. Так, и остался скидки на чай. И на кофе тоже есть скидки. И по 400 рублей есть, в принципе. И по 150. Кофе есть. Прокладки не подорожали, даже подешевели. Гель для мытья посуды японский так и остался, 164, не подорожало. Цены здесь не выросли вообще, такие же, как и были. Просто нет ничего. Ну, нету. А, хорошую фирму выбрали, а новых не представили еще. Сейчас я посмотрю, сколько стоит рис. Рис Индика. Рис краснодарский. 112 рублей. Рис для плова 112 рублей. Пропаренный рис 83. Дешевый вариант риса 49, гречневая крупа 72 и 154 вместо райки. Лошадь как и был 17 рублей, 22 рубля так и стоит. Барилла стоила 70, сейчас 113, 120, 123 за 69. Малисана 192 рубля. В магазине народу не так много. Мука 99. И сахар 53. И по 68. И по 90. И по 89. В принципе, как были, так и остались. В том же ключе. В принципе, всегда на масленицу дорожает. В этом году не подорожало. На креветки скидки, на морепродукты. Ну, скоро пост. Ну и в итоге они только порошки вынесли. Муку, тушенку, все остальное есть. Порошки только рейские только вынесли. А из наших только муку да тушенку, ну и сахар, наверное, потому что сахар. А так все, как есть мороженое, вон, баскидон. Моя тележка. И масло машинное все еще по старой цене. Цветочный рай сегодня здесь. Красота. Сколько цветочков. 8 марта. Прям цветочный магазин. Как красиво. Пахнет как хорошо. Здесь музыка мешает снимать все. Смотрю, как здесь цены поднялись, опустились. О, вот хороший порошок. По скидке. А то в Ашане все выкупили, а я здесь куплю. Хорошенький порошок. Так, сейчас посмотрю, подорожал ли мой порошок. Нет, так и остался. Ничего не подорожало. 259 остался. Так. Все осталось по сцене. Черный пропал. Черный купили. Ладно. Ну, так все так же осталось. Немножко этот подорожал для деликатной стирки. Сейчас пойду куплю что-нибудь другое. 350, 480. Так, все здесь осталось. Вот удаление пятен так и осталось. Возьму вот это. Рис. Индийский рис. 340.
180 килограмм. Наш мистраль 109. Обычный рис такой же. Я на этом месте китайский 59. Есть пропаренный за 70. Гречневой крупы нет. Все остальное вроде бы в той же самой цене. В итоге покупки на 4566 рублей в магазине Ашан. Молоко 1.5%, 40 рублей. Молоко «Домик в деревне» 3%, по-моему, 60 рублей. Кефир по 40 рублей. Лапша по 50. Другая лапша, она где-то 1.17, другая 22. Паштет 70 рублей из утиной печени. Сыр 1400 рублей килограмм, получается 40% скидка. Пошехонский сыр 800 практически рублей килограмм со скидкой. Он хорошо запекается, наш пошехонский. И здесь сыр 731 рубль. И дам тоже с 40% скидкой. Картошка 80 рублей. Морковка желтая. Морковка желтая 45 рублей. Перловая каша 25 рублей. Прокладки 80 рублей. Вот так все было куплено в Ашан. Мы купили масло для машины 1700 рублей. Большая бадья. Ну и все. Вот масло для машины. Рульф. Покупки сегодня же в сети магазин «Твой дом» на сумму 1729 рублей. Кунжут по цене 270 рублей килограмм. Изюм черный по цене 280 рублей килограмм. Ореховая, арахисовая паста килограмм 350 рублей. 70 рублей азерчай. Тхина 450 рублей килограмм. Это паста из кунжута. Она нужна для хумуса. Так, соус для лапши, для риса. Шоколадная паста итальянская. И пятновыводитель тайский. Выводитель тайский от всего. Ржавчина, пятна, все трудновыводимые. 190 рублей. Соус 205 рублей. Тхина 450 рублей. Ореховая паста 170 рублей. Зелень. Сколько зелень у нас стоит? 400 рублей стоит. Укроп. Килограмм. И 400 рублей стоит петрушка. Ну, вот я по чуть-чуть взяла маленькие пучки. 32 рубля. 33 рубля. Это покупки в сети «Твой дом». И покупки в магазине «Метро» на сумму 1556 рублей. А чай 150 рублей. Этот чай 200 рублей. Сушки по 31 рублю. Их много, просто я убрала. Чипсы 35 рублей. Мексиканская смесь 97 рублей. И бразильская смесь 125 рублей. Мясо. Скажу, сколько выходит мяса. Мясо выходит 440 рублей, 400 грамм говядина. Чистая, нарезанная. Все. Это были покупки в магазине «Метро». Всем пока. До новых видео.